борьбе за награды этого чемпионата страны. Ток золоту вчерашнему 100-метровке брасом. И рекорду страны своему добавляет еще и золото на 50-метровке вольным стилем. Заплыв номер 6. Дмитрий Тимофеев, Владимир Бакумов, Андрей Харкивчук, Александр Лыков, Николай Канаев, Владимир Александров, Павел Мартынов, Владимир Исаковский. Участники этого заплыва. Самый возрастной — это Александр Лыков, 70+. Категория МФТИ Долгопрудный, 4-я дорожка. А в лидеры вырвался Павел Мартынов, 45+, категория, кстати, клуба «Арсенал». Он уверенно лидирует в заплыве, уже больше корпуса опережает всех своих конкурентов. Давайте зафиксируем результат Александра Лыкова прежде всего. «34.67».